Так, ну что, первое родительское собрание в Канаде. Вон, народа просто немерено. И с каждым учителем... Идем, с каждым учителем можно выйти, не выйти, а прийти, поговорить, спросить про ребенка. Можно подойти к каждому учителю, пообщаться. Вон с ребенком сразу расскажут. Единственное, что только на английском языке, хотя мы нашли учителя, который разговаривает украинскую мову. И это было, в принципе, тоже интересно, как раз ESL-класс. У моего ребенка все хорошо, но все сказали, что smart, but что? Чуть-чуть lazy, да? Чуть-чуть. Тот резкий случай, когда можно прогуляться официально по американской школе. И, знаете, прям как в фильме. Шкафчики с замочками. Сейчас Вовка покажет как раз, где он учится. Интересно, никогда не был. Все время видел только в фильмах. Вон шкафчик ребенка. Ну, честно, вот как в экскурсию попал. Шкафчики. Пустой. Пустой. Пустой шкафчик. Обычно здесь что там лежит? Какая-нибудь ерунда. Тут куртка. Бейсбольная бита. Что там еще? Тут у меня шлемки, перчатки и шапка, а тут у меня куртка обычно висит. Ну вот. Скоро будут висеть еще и сноупенсы. Ну да, скоро уже холодно. Во всех классах есть хромбуки, которые можно взять, как и в библиотеке. Тоже. А вообще в школу взрослых не пускают никогда. То есть зайти нельзя. Но можно сделать разрешение, то, что да? Можно было бы зайти в школу. Ну да, можно. Это, например, снять какой-то видеоролик, рассказать в школе, поднять репутацию. Да, ну вот, как раз снимаем на Facebook, надеюсь. Все красиво покрашено, здорово. Древняя. Библиотека. Здоровеннейшая, просто огроменная. Так это здесь ты у нас пропадаешь, да? Нет. Вот, папа, обычно вот я вот за этим. Сейчас. Я просто камеру уже в процессе видео поменять не могу. Но. А, посмотри, логика. Ты посмотри, как стоят компьютеры. Нормально стоят. Это единственный компьютер, который ты нормально поставил. А, вертикально? Да. Они же все горизонтально стоят. Ну, может, так удобнее смотреть. И вон, посмотри, там куча книжек. Пошлите даже у нас... Сейчас. Библиотека. Куча книжек. Куча манги. Да. Украинскую мову есть еще? Нет. Слушайте, кстати, был вот учитель. У него был родной, ну, как бы он здесь долго, но разговаривает на украинском языке. Вы знаете, оказалось тот случай, что у меня с ним на английском проще, чем на английском. Ну, чем на украинском. Потому что украинский-то я понимаю вообще без проблем. Я новости слушаю на украинском там. Философия. Первый том. Всего 6 томов. Философия, друг мой. Это не бренная наука. Вот, посмотри. Вот все словники. Ого. Да, тут, например, вот это вот. Это с английского на какой там? Hebrew. А, на еврейский. Еврейский. Вот русская. Вот это я один раз пользовался. Знаете, я в какой-то степени жалею, что... Вот там хорошо видно, что я в такой школе не учился. У меня была школа, где мне директор меня за то, что я был верующий, гонял, как не знаю кто. Ну, в итоге умер от рака мозга. Ну что, так и есть. Вспоминаешь, не очень хорошо становится. А, вот там вот игры есть у нас. Можно шахматы взять. Да? Да. Вовка, скажи что-то на камеру. Шахматы, шашки, наверное, что еще? Но... А там что, зеленый фон, можно видео снимать? Не знаю, может, наверное, да. Всего. Запасные правила. Смотрите, действительно, кубик Рубика, шашки, головоломки, шахматы. Вот такая вот штука, я не знаю, как она называется. Я тоже не знаю. Я знаю, как играть, но не знаю, как называется. Шахмат, пазлы, которые мы собрали почти за урок. Да? Осталось там несколько фишек, и учитель сказал, разбирайте. Слушай, Вовка, у тебя такая школа обалденовская, у меня действительно такого не было. У меня реально такого не было. Так, призначный ездок или как вот там? Ой, right. Здесь есть все возможности, только учись. Сиди, занимайся, читай. У меня такого и близко не было. Так. Я не знаю, реально не было. Вот только библиотека. Вот посмотрите на размер библиотеки. Так, она считается как класс. Интересно. А это класс? Да, это класс. А, то есть это не библиотека? Это библиотека и класс вместе. А, подожди, а там ты сказал, есть еще одна библиотека побольше, да? Да, есть комьюнити-центр. А, есть комьюнити-центр библиотека. То есть это класс. А, я думал, что это библиотека. Папа отстал от жизни. Интересный момент, ребенок сказал. Принтер есть цветной и черно-белый. Бесплатно. Бесплатно. Печатай в любых количествах. Печатай в любых количествах. А вот по стрипам, чтобы люди не сталкивались. Это вход, а это выход. Ну, для людей. Да. А тут берешь, тут ты не сможешь на выходе взять открыть ручку снаружи. Вот, я пытаюсь открыть, она не открывается.
Так, идем дальше вперед, так, пройдемся еще. Сейчас. Это нам туда пойдет. Ага. Это целая экскурсия. У меня на втором этаже вот там вот science class есть. Я тебе... Знаете, иду по этой школе и лабиринт. Поражаюсь. Лабиринт. Сколько еще раз? Сколько здесь учеников? Ну, около 3000. Посмотрите на название просто локера. 3000? Вот. А, нормально. Да, 3166 и 3163. Только 3000 этих вот. Трехтысячный. Ух ты, трехтысячный. Только 3000 локеров. Папа, туалет один, туалет два, не знаю для кого, для учителей видно. Да. Лифт. Это лифт. Лифт, в школе лифт. Это для инвалидов. Это для учителей. Это, кстати, а вот инвалидов в школе, слушай, а много здесь, да? Достаточно? Да, достаточно. И они их всех привозят на автобусах, специально выгружают. Да. Я был так удивлен. Почти в каждом автобусе человек с ограниченными возможностями, здесь так называется, специально лифт, его выгружают с автобуса, он едет, никаких проблем нет. Мы досчитались, вон, 3300-3360. Так, снимаю на фронтальную камеру. Вовка, класс, где Вовка учится. Там лаборатория, сайенс, вон, таблица Менделеева. Таблица Менделеева там большая висит. Ну, не видно. И во время тестов ее сматывают. Да? Никто не списал. Прикольно. Я помню всю лабораторию, что у нас было. Нет, там реально там абсолютно все. Там горелки, это все, что у нас делали, это торф сжигали. Все. Так, заходим в мастерскую. Ух ты! Отлично, там работал. Мамочки родная. Тут есть абсолютно все. Почти гитары стирали. Ёлки-палки. Не, ну у нас, конечно, были уроки труда. Не, вот такое у меня было, кстати, я вот с таким работал. Я умею с таким работать. Это куда греб? Да, я с таким работал, да. Подсвечник у нас, помнишь, деревянный стоял в доме? Подсвечник деревянный. Да. Это я сделал, когда был маленький. Да? Да. Вот станки такие, жёлтые. Ну тут все тоже знакомое. Да. Сверлильные, токарные. Классно. Что? Да, помнишь, у нас такой был дома, да, для ножей? Да. Вот компьютер, они разбираются, собираются, из них собирается какая-то электростанция. Прикольно. Так, вот еще, можно вырезать, тут даже есть размеры, пап. Да, я вижу. Пила? Железная стружка. Да, это пила. Я не помню, как она называется, ну не торцовочная, а как-то по-другому. А, ленточная? Ленточная. Не кушай, Вова, пожалуйста. Запах древесины, как тебе? Запах древесины классный. Вот я хотел... Вон, друзья, народ делает доски для скейта. Вырезает, обклеивает, режет. Вот практические занятия. Выходим из школы, знаете, в какой-то степени аж легко. Ну, не сказать, что на слезу пробило. Но, Вовка, у тебя такие возможности, которых у меня близко не было в свое время. Да, вот, например, клуб по дереву, точнее не клуб по дереву, а на этот урок я хочу в следующем году записаться. В 9 классе запрещено. Да? Типа не доросли еще. Слушай, ну что ты крутишься, я постоянно за тобой вращаюсь. Уже полный оборот дел. Да, школа, конечно, классная. Действительно классная. Гигантская. Просто огроменная. Полный, муравейник. Да. Возможности обалденности. И 5 минут на то, чтобы добраться в другой класс. 3000 детей и 5 минут. Нормально. Сейчас, если посчитать, то только раз, два, три, четыре, пять, шесть, около 6 туалетов. Минимум. Знаете, после этого пусть не говорят, что у американцев плохое образование. Если ты хочешь, тебе здесь дадут все. Если ты лентяй, то тебе здесь не дадут ничего. Точнее, как бы здесь не заставляют. Хочешь учишься, хочешь не учишься. Но возможности просто обалденские. Кружки, возможности, вот даже я просто не снял. Я не мог камеру включить в процессе видео, все снимаю одним цельным циклом через запись. Вон даже хор есть. Хор с музыкальными инструментами. Пожалуйста. Ладно, все, вот такое получилось видео почти длиной в 10 минут с курсом по школе. Да. Так, где мы еще что-то пофотографируем? Сказал пару скринов этих вот. А, чего? QR-кодов с ней. Ну, а, да. На память останется.